Друзья, добрый вечер. Вы на канале Соленой. И сегодня мы с вами говорим на такую тему, какова же роль женщины в успехе мужчины? Почему эта тема? Друзья, ну потому что у меня совершенно у многих женщин есть такая проблема. Я делаю так, что мой мужчина успешный, что он зарабатывает, что он классный, что он просто улучшается. Как же так у меня все получается? Я просто чувствую, прям чувствую интуитивно, что происходит, когда нужно добавить, когда нужно подбавить огоньку и когда нужно убавить. О чем я? Друзья, я все о том же. Если женщина, вот прям женщина, говорит своему мужчине: ты у меня самый лучший, ты у меня все остальные ничто. Она вдохновляет. Бывают две ситуации. Когда женщина вдохновляет своего мужчину в самых ужасных условиях на заработки, на большие заработки, на большие деньги. И другой момент, когда она не вдохновляет, а наоборот, отказывается от подарков, от всего, отказывается от него, отказывается. И он на этом фоне готов еще больше зарабатывать, еще больше давать, еще больше привносить в ее жизнь. А почему? Почему он готов? Почему он вот это все несет ей? Почему он дает ей? Потому что он иногда боится, что она не будет его. То есть он пытается покорить. И две ситуации, друзья, подумайте. Одна – это я полностью отвергаю то, что происходит в моих отношениях. Я его не принимаю. И он на этом фоне улучшается. И другая ситуация, когда полностью вообще я вдохновляю его на успех. Почему? Потому что я его превозношу как короля. Я даю ему все, чтобы он почувствовал себя королем. И только когда он чувствует себя вот таким королем, таким вот мужчиной, прям лучшим, вот это все дает мне внутреннюю благость. Угу. И что еще хотела сказать? Женщина может как управлять отношениями, как их подавлять, как принимать, отменять. Вообще, женщина – это сила. Главное этой силой научиться грамотно пользоваться. Друзья, ставьте комментарии.